Приветствую всех на канале, с вами снова Вузи, и мы продолжаем прохождение игры из War of Mine. Итак, что я тут надыбил-то? Куча всего. Иди отдыхай тогда. А, очень голоден. Стоп. Да, пока отдыхай, ты иди сюда, сможешь ли ты улучшить печку. Ты у нас слегка больно приходит в себя, очень голоден и печальный. Никак не печаль не можем снять. Я принес опять кучу ресурсов. Надо идти уже куда-нибудь в другое место. Итак, апнуть я пока не могу. Почему ты вниз уходишь? Но! Нет, ты лежи. Значит так, из чего мы тут? Нет, не из этого. 3. 4, 5. Все 5 сделаю. Топливо. Сделать 5 топлива. Пусть пока делает, нету ни отмычек, ничего. Хотя бы лом нужен. Нужен лом. И тут биография. День 7. Я должен добыть еды любой ценой. Нужно придумать способ, как это сделать. Да, надо. Здесь нет для биографии, нет. Значит, все, занимаемся тобой. Все отдыхают. Пока к нам никто не приходит, ни соседи, никто. Плюс 20 градусов, тепло на улице. Но когда будет зима, будут холода, это надо будет все как-то обогревать. Так, отлично, теперь готовить 2 на максимум сделаем, пусть готовят. Мышей мы пока не поймали, хотя мыши нужны, и мыши это у нас будет нам давать еду вот эту. А с этой еды я не знаю, что делать. Ну, что-то, наверное, можно будет сделать, но я не совсем уверен. 3-6 здесь, надо будет мне еще разобраться, сделать, значит, себе еще один нож. Надо будет лом сделать. Лом мне нужен будет. Я здесь еще не все открыл. Да, возможно, лучше сейчас сделать лом. Возможно, но... Давай, ты перекусишь, печален. И пойдешь сюда. Иди есть. Ты. Ага, ни нож, ни лом я не могу сделать. Но я могу сделать 2 отмычки. Да, я сделаю 2 отмычки, пожалуй. Так, пока это будет перекусывать, этот успеет дойти просто медленным шагом, не бегом. Ага, 2 отмычки делает. Все, ты перекусил, иди спать. Ты, давай, быстрым бегом. Потом спать, тебе открывать двери. Давай беги, мне надо будет еще дерево. Почему ты еле идешь? Давай бегом. Все, 3 еды у меня есть. Отлично, что тут нам выпадет? Взять все, отлично. И здесь последняя отмычка. А наверху у меня есть что-нибудь, что у меня не открыто? Нет, вроде бы ничего. Вроде бы я все открыл, все забрал. Вот здесь я еще, наверное, не был. Я здесь могу пройти? Точно не знаю, но вроде как нет. Да, здесь только пилюли. Ну, неплохо. Давайте мы посмотрим, что я могу сделать здесь. Все, 2 у меня пока приходят в себя. А я не помню, было ли у меня уже ограбление или нет. То есть 6 дней мы прожили, сейчас 7. Ага, ничего не могу сделать, но могу из книг сделать себе 5, да, 5 топлива пусть будет. Все, пока приходит. А, сейчас посмотрим, может быть, я себе все-таки смогу сделать пилку. Или нет. Сейчас посмотрим. Ну давай, пили, там последнее осталось. 3 еды есть, вот это вот они не могут украсть у меня, но я не могу здесь ничего потом сделать. Ну-ка иди сюда. Нет, ты обратно. Ты куда пошел?
И сюда. Голоден. Так, не могу все равно сделать. О, да мне много чего не хватает. Ну все, тогда заверши день. Итак, слегка болен и печален. Ты все равно пойдешь добывать, ты будешь спать, ты будешь охранять. Дом для двух семей, тихий дом, армейский блокпост. Навряд ли церковь святой. Требуется осторожность, опасность. Опасность. Аэропорт? Опасность. Этот магазин обслуживал весь район. До того, как район превратился в зону боевых действий, поскольку эту территорию теперь контролируют военные, делать покупки здесь может быть опасно. Однако риск может быть оправдан, поскольку тут должны оставаться большие залежи провизии. Я не знаю, но здесь опасно. Вот давайте, где требуется осторожность. Полезные материалы. Немного еды, количество... Да, мне надо... Ну а куда еще? Двух семей тут опасно. Церковь Святой Марии. А тут что? Не, еда мне не нужна. Вот оружие и запчасти нужны. Ну я не знаю. Давайте... А мне нож нужен. Давайте попробуем. Нож один. Добывать. Попробуем сейчас. Надеюсь, не убью. Я хоть того-то взял. Я сейчас как обычно не того, если возьму. Так, пойдем потихоньку. Это у нас спрятаться. Так, мне нужно поесть. Кто-то пошел есть. Он где-то на той стороне. Кто на той стороне? Кто он такой? Кто? Не знаю, боженно, пристрелить его сразу, как увидишь. Кого пристреливать? Ведь вот это, тихо. Взять все. Рюкзак, у меня нож для оружия, пистолет бы. Не спущусь, хватит прятаться. Кому они там все говорят? Надеюсь, не мне. Стараюсь немного поспать, кто-то пошел в холодильник. Взять все. Здесь у меня пилки нету. Ниже спуститься я не могу. Что-то за такие звуки взрывы, что ли? Тебе не скрыться. Вот хорошо, что мне не скрыться. Знаете что, у меня этот персонаж, он опечален. Но мне очень хочется достать оружие. Здесь выход. Надо где-то схрон сделать. Сейчас мы посмотрим, кто как ходит. Так, открыть дверь. Да ты что, ну серьезно? А как мне тогда сюда забраться? А вот сюда я могу пройти? Сейчас посмотрим. Нет, мне нужна отмычка в любом случае. Давайте я еще тут побожу, похожу, посмотрю. Сюда мне не пробраться, сюда мне тоже. Здесь тоже, да, не пробраться. С ножа его. Она дерется. Отлично, добывать. Ой, бежим. Нож. Кто что надел? Минус еще один. Прячься. Так, отлично. Просто я смогу сюда тихо подойти или нет? Если я не смогу сюда тихо подойти, он меня шлепнет. Так и будет? Пробуем.
Блин, я сейчас дотянусь время. Давайте потихоньку. А, нет, я не могу ее сразу убить. Давайте я пока уберу. Я потом шлепну. Просто он меня может убить. Мне надо какое-нибудь оружие сейчас найти. Взять все, отлично. Отлично, рюкзак. Есть, есть, стоит. А что тогда? Нож плюс дробовик. За эту дверь могу. А за эту? Отлично. Отлично. Так, иди сюда, 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 иди. Так, сюда, за эту дверь. Потихонечку. На, минус, все. Вроде бы всех расстрелял. Я вообще красавчик. Легко ранен. Правда, я легко ранен. Ой, вообще крутяк. Какие пустые карманы. Сюда давайте все. Леди и джентльмен. Не, ну у вас же было оружие. Что вы тут прибедняетесь? Я теперь, по идее, могу наверх как-то, да, забраться. Что у меня в рюкзаке? У меня куча оружия, есть патроны. Ой, вообще кайф. Сюда не могу зайти. Давайте я пробегусь, посмотрю просто. Вот здесь схрон сделаю. Я выложу все, кроме оружия. Оружие оставлю, сейчас здесь наверх заползу. И попытаюсь здесь обыскать. Вроде как здесь никого больше нету. Я убил 4. Все, открыть я здесь ничего не могу. Все, ну вроде как мы справились. Всех завалили. О, вот я себе пистолет смогу сделать. Сейчас наверх пробегусь. А, у меня уже ночь заканчивается. Но оружие мне в любом случае надо будет взять. Мне нужна будет пилка еще. Отмычка. Да, отмычка мне уже, наверное, не нужна, потому что я здесь открыл. А вот пилка нужна будет. Хотя, может, и пилка не нужна будет. О, у меня есть пистолет еще. Все, время заканчивается. Давайте я нажму бежать к выходу. Потому что если не успею, будет плохо. Придет только через день, что ли. Да, ну долго, долго. Пришлось здесь повозиться. Остались вещи, придется сюда возвращаться. Нужна будет пилка по металлу. И может быть, скорее всего, лом. Я ничего путного не взял, но взял оружие. С собой, наверное, его не буду брать. Больше оружия. Потому как я всех вроде как здесь отчистил, зачистил. Точно не знаю. Так, когда все это дерьмо кончится? Больше я ни одной смерти на душу не возьму. Отлично. Молодец. Эта ночь прошла спокойно. Хорошо. Итак, слегка болен, легко ранен. Раздавлен горем. Биография. У меня столько крови на руках, я военный преступник. Да ты молодец вообще. Опечален, голоден, легко ранен, приходит в себя. Ты голоден, опечален, устал. Давай. Давай мы поговорим сейчас с ним. Так. Иди сюда. И вот так вот. Так, отлично. Пусть они пока разговаривают. Опа. Ты приходишь в себя, голоден, биография. Мы должны показать свою поддержку Марку. Он убил тех людей ради нас. Да, ты совершенно прав. Здесь. Мне плевать, что вы делаете. Пока вы приносите еду и другую провизию. Вообще просто безжалостный повар. Опечален, разговаривает. Итак, что у него еще? Устал, раздавлен горем. Легко ранен, болен. Мы ему сейчас даем пилюль. Я вот это не знаю, что такое. Пусть они пока разговаривают. Ты, значит, пока иди вот это забери.
Попробуй-ка. Попробуй. У нас есть еда. Еще сделать. За один навоз две еды, это выгодно. Так, все, у меня вроде все здесь есть. Я хотел сюда сбегать. Кто-то за дверью. Давайте сходим, спросим, кто такие, чего надо. Так, стоп, что ему еще надо? Давай ты пилюлю выпьешь. Так, хорош меня здесь ждать. Что надо? Что хотим, добрые люди? Здравствуйте, это снова мы. Военные усилили обстрел нашего района. И мы решили, что необходимо укрепить наше импровизированное убежище в подвале. У нас есть нужный материал, но нам нужны дополнительные руки. Может быть, вы могли бы нам помочь? Да. Да, вообще не вопрос. Ты, биография, они могли укрепить свое убежище без нашей помощи. Это вообще не наша проблема. Да ладно, что ты такой? Как этот Бруно, прям этот. Ворчун. Голоден, устал. Так, это ты съел под лекарствами, легко ранен. Сюда. И потом надо поесть ему. Отлично, сюда. Он в депрессии, надо с ним, наверное, еще поговорить. Ну, пусть он пока отдыхает. Все, иди спать, ты у нас устал и голоден. Ничего страшного, сюда иди. Устал и голоден. Давай, ползи. Ничего сделать я не могу, да, ни дерева, ничего у меня нету. А здесь тоже ничего не могу сделать. А здесь, а я уже смотрел, да, и улучшить ничего не могу. Ну тогда тоже иди отдыхай, что с тебя взять-то. У меня нету ни этих, ни отмычек, ничего, ни пилки. Да ладно, сейчас соберем, там должно быть оружие. Завершить день тогда. Пусть этот спит в кровати, легко ранен, наложен в депрессии. Ты добывать. И пойдем мы сюда же. Все, здесь опасности нет, поэтому мне ничего брать не надо. Сломанная гитара есть, оружие, нож. Почему один нож я... А, я один там оставил. Ладно, есть еда, все, ладно, добывать ничего не берем. И так инвентарь довольно маленький. Поэтому побежим сейчас через низ. Здесь вроде как никого не должно быть, насколько я помню. Не понял. А ну-ка иди-ка сюда. Кто там? Это мыши? Ну-ка давай откроем дверь. А я не понял, я же здесь одного же убивал. И с них пропадает. Здесь тоже мы, да? Большая тут территория довольно. Да, здесь две мыши. Мыши. Угу. А как же тот, которого я здесь шлепнул? Здесь холодильник, ага. Так я в любом случае я не пройду сюда и там. И здесь тоже, да? Ну давайте я здесь соберу. Я ж там одного убил. С него должно было упасть, наверное, оружие. Взять все, порох и всякие гильзы и так далее. Это мне не понадобится, наверное, в будущем. Ну, наверное. Еда мне не нужна пока. Я сейчас бегаю наверх, посмотрю, что там есть. Мне нужно дерево, запчасти, компоненты, ну много чего. Взять все. Наверх. Сюда пробежимся, посмотрим, что здесь. Как мне много, мне значит нужны. Мне лом нужен и этот. Это только с этой стороны могу открыть, это отлично. Угу, здесь что у нас? Взять все, ну одно барахло пока, что тут что написано.
На стене накорябана надпись. Мы с Ханной и Томасом переехали к дядюшке Раду. Маму похоронили в саду. Береги себя, папа. Петра. Береги себя, папа Петра. Петра оставила тут записку. Ладно. Да что ж за звуки такие громкие, я вроде потише-то сделал. О, еще потише. А то как-то громковато, надо было музыку поменьше сделать. Вот ничего пока путного я не вижу здесь. Мне нужно дерево, компоненты и запчасти. Вот это мне надо. А почему я все не могу взять? А, книги, да? Отлично. Наверх сейчас сбегаю и посмотрю, что там есть. Здесь тоже что-то есть, могу я стакнуть. Маленький инвентарь, конечно, взять все дерево. Но дерева тут вообще мало, там было написано, что огромное количество запчастей. Так, здесь мы еще не смотрели, иди сюда. Здесь я дверь не могу открыть. И с той стороны тоже. Что-то стакается, что-то нет. Все. Выйти сюда можешь? Что здесь просто есть? Или здесь просто выход? Здесь нет, здесь просто выход. Так, бегом тогда. Сейчас сюда. Сделаем здесь. Нашу заначку. Отлично. Сейчас все соберем, что здесь есть, что можем. Как ты бегаешь-то? Как-то странно. Давай сюда, мне наверх надо. Сейчас дособираем, что здесь есть. Быстренько облутаем. Что не смог. Здесь, ну тут у меня еда, я так понял, да? Давай вниз. Вот здесь. Взять все так, как мне понадобится. Здесь наверх смогу залезть? Нет. А, да, может. Отлично. Здесь все собрал. Еще выше сейчас здесь все соберу. И там наверху. Вроде как это крыло зачищено, но там будет еще еда. Это мне надо будет... Две, по-моему, пилки по железу. Напильник, а тут я все, да, забрал? Как-то странно. Здесь тоже вроде все забираем. Да. Ну пошли тогда вниз. Да, с оружием, конечно, плохо вышло. Ну или не с оружием, либо он просто пустой был. Сейчас мы здесь все выложим. Выйти, давай вниз. Здесь я что-нибудь забирал или нет? Или я просто здесь пробегался ним. Здесь вот еще одна лестница вниз. А, это наверх. Тогда побежали наверх. Вот отсюда же можно. Он сам путь плохо ищет. Сюда. Сюда. Здесь ничего нет. Давай наверх. Я не могу открыть этот замок, поэтому иди по лестнице. Вот сюда зайдем. Здесь что-то есть. А вот на этом балконе есть что-нибудь взять? Все, еще еда. Здесь тоже ничего нет. Справа не знаю. Здесь, да. Но здесь мне не надо пилить решетку, мне только наверху. Давай сюда зайдем. О, здесь много есть что. Пока, блин, время подходит к концу, как ты долго бегаешь. Быстро бегу, здесь был бы, конечно, в приоритете. Сюда я могу зайти? Тоже, ну елки-палки, ну как так-то? Здесь что у нас? Давай забираем все, что мы можем унести. Взять. И бежать к выходу. Я так приду сейчас без всего. Мне бы успеть, если не успел, он у меня только через день прибежит. Или днем, я не помню, когда он там. Давай. Бруно еще в розетку
вернуться будет с вами, да что ты будешь делать? Чуть-чуть прям не хватило по времени. Ладно, день 9. Были кое-какие проблемы, но мы надеемся, что Бруно скоро вернется. Павло помог нашим соседям, что-то получил. Спирт. Отлично, голоден и печален, Марко. День 9. Мой отец сказал мне, что я должен выбрать одно счастливое воспоминание. Когда жизнь будет невыносимой, я просто должен закрыть глаза и вернуться в тот счастливый момент. Но что делать, когда твое счастливое воспоминание не приносит ничего, кроме боли? Вообще не в курсе. А, ну он у меня опытный добытчик, более или менее отошел. Давайте. Ты устал, легко ранен, очень голоден, иди поешь. Ты отличный. Ну, всего лишь навсего опечален, ничего страшного. Сейчас этот поест и пойдет спать. Я бы с удовольствием поел, тебе нельзя есть. Все, какой тебе добавки? Хотя раз уж ты опечален... Да не, ну опечален. Значит, мне получается ничего из вещей пока не принесли. Голоден и опечален. Так, хорошо, я пока ничего не могу построить. Потому как припасов мне не принесли, у меня Бруно там застрял на вылазке. И он, скорее всего, придет вечером. Да. Поэтому мы присядем на стул. И завершим день. Вон мой Бруно пришел. Очень голоден, устал. Давай мы тебе спать. Марка добывать, а ты... охранять. Я пойду в дом двух семей дальше. Много запчастей еды. Опять же, у меня ничего нету, есть оружие. Но оружие я оставлю. Все, добывать. Надо отсюда по максимуму выскрести. Если что, надо запомнить, что здесь много еды. Когда она мне понадобится, я за ней пойду. Мы вроде здесь все вытащили. Мне осталось только вот это все дело забрать. Надеюсь, нет, мне места не хватает. Мне понадобится вот это, дерево. Для оружия я не знаю, другое. Книги понадобится, нож я свой заберу, медведи, это понадобится. Это тоже понадобится. Это что, качественная самокрутка нужна, оружие и порох для изготовления и взрывчатки тоже возьму. Эх, не хватило одного слота. Все. В принципе, мы здесь вытащили все, что я хотел. Больше мне вроде как ничего не нужно. В этом месте. Сейчас посмотрим, что у меня есть по запчастям, по всем тем припасам, которые мне нужны для крафта. Сейчас мы быстро... Надеюсь, на нас никто не напал. Сегодня у меня очень хороший улов. Смотрите, что я принес. Это вечно приносишь очень хорошо. Эта ночь прошла спокойно. Марк занимался поисками провизии и принес кое-что интересное. Это хорошо. Голоден и печально устал. Так, день 10. Мы должны каждого из нас обеспечить едой. Хорошо. Ладно, что ж, мы прожили еще 9 дней. Точнее, не 9. 3 дня. Итого 9 дней мы прожили. Так что пора уже закругляться, мы сразу... Это читать, мы, в принципе, сейчас бессмысленно, потому что все загрузится с нового дня, с 10-го. И мы сможем все это прочитать в следующей серии. Что ж, а на этом данное видео подошло к концу. С вами, как всегда, был Вузи. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!